Всем здорова, чуваки! Сегодня будет самый необычный эксперимент, который только может быть на нашем канале. Помимо эксперимента, который мы проведем сегодня в этом видеоролике, мы хотим провести эксперимент еще и над Ютубом. Получается своего рода такой эксперимент в эксперименте. Но давайте для начала объясню, при чем же здесь Ютуб. Как вы знаете, постоянное удержание аудитории на видеороликах составляет примерно там 30, 40, 50, 60, там 70%, 80% может быть, но это всегда ниже 100. Но бывают случаи, когда удержание аудитории достигает 100% и даже выше. Но это только тогда, когда вы берете и какой-нибудь отрывочек постоянно пересматриваете. И именно на этом отрывочке удержание может повышаться и повышаться. И сегодня мы хотим как раз провести эксперимент над Ютубом именно с удержанием. Мы проверим одну теорию, при которой удержание этого видеоролика может достичь отметки аж в 400%. Но это только в том случае, если вы замедлите этот ролик и поставите его скорость на 0.25. Именно с того момента это удержание может расти и расти. Но подождите, не переключайте скорость. Я прошу каждого из вас прямо сейчас поучаствовать в этом эксперименте над Ютубом. Это очень важно, потому что только благодаря вам этот эксперимент может быть удачным. Ну а результат эксперимента вы сможете узнать только через ролик, для того, чтобы прошло определенное количество времени. Но вы спросите: Серег, как я буду смотреть видеоролик в замедлении? На самом деле все очень просто, ребят. Дальше мы уже ускорили ролик 4 раза, а раз вы его замедлили в 4 раза, это значит, что вы его будете смотреть сейчас в нормальной скорости. Но единственный минус — это косяк со звуком. Но не переживайте, мы наложим титры для того, чтобы вы нормально могли смотреть видеоролик. Но перед тем, как мы перейдем к основному эксперименту, поставьте ролик на паузу прямо сейчас и переключите скорость этого видео на 0.25. Но на счет 3 скорость этого видео увеличится в 4 раза. Я понял.